зелье русалки из Даркнета. Что с ногами Насти? Они начали срастаться, супербан. Чё творим, бро? Меня зовут Сакёрнес, и просто сразу же подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Самый лучший бандя на ютубе, ведь, бро, предрыве супербанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. И как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Самый сильный бандя на ютубе, бандит. Итак, за бро, сегодня со мной видео снимает Настя. Здесь супер бандиты, вы не поверите, но сегодня снова зелье из Даркнета. Да, подойдись, вам уже понравилась эта рубрика. Что ж, бандиты, тем не менее, сегодня выпьем просто жесткое зелье. Зелье русалки, да, бандиты, вам не послышать, мы реально сегодня выпьем это зелье. Только не я, а Настя. Потому что вы посмотрели на меня, ну какая с меня русалка. А вот с Настей самая настоящая русалка, да, Насть? Да. Окей, Настя, что ты думаешь насчет этого зелья? Я не знаю, как-то волнуюсь. Да, конечно, ты уже давно не пила зелье. А сейчас это будет реально очень интересно. Что ж, давай теперь покажем, какое это зелье на вид. Ты супрем банда, вы просто не поверите, ну посмотрите. Это же реальное зелье из Даркнета, господи. Оно реально стрёмно выглядит, еще такое необычное. И да, банда, Настя сегодня реально выпьет это зелье русалки из Даркнета. Я думаю, банда, это будет очень жестко, потому что зелье пьет Настя, а не я, банда, такого уже давно не было. И знаете что, под последними видео я не вижу, что вам нравится зелье из Даркнета, потому что видео набирает слишком мало лайков. И банда, знаете, что меня это очень сильно расстраивает, я не знаю, вам еще нравится зелье из Даркнета. Именно поэтому, банди, давай на это видео наберем 15 тысяч лайков. Если вдруг на этом видео будет 15 тысяч лайков, то я пойму, что мне стоит еще дальше покупать зелье из Даркнета и дальше их пить. А если, банда, на этом видео не будет 15 тысяч лайков, то значит больше не будет зелье из Даркнета, потому что это получается, что вам больше не нравятся эти зелья. Окей, супрем, банда, на часах уже 3 часа ночи, 2 минуты, да, банда, самая время для того, чтобы пить это зелье русалки. Мне прям это не верится, банда, мы снова стоим здесь и мы снова пьем зелье из Даркнета. Вы только посмотрите, банда, раньше такого никогда не было. Какая-то необычная пробка, как прям из-под вина. Никогда раньше такого не было, серьезно, банда, это будет впервые. Окей, что ж, добрый, банда, ваши глаза сейчас открывают это зелье. О, господи, это выглядело очень мистически, тем не менее, банда. Окей, давайте понюхаем, как все оно пахнет. О, черно, пахнет как-то так необычно. Я даже не знаю, как описать этот запах, банда. Вроде бы приятный, вроде бы не совсем приятный запах. Господи, такие какие-то смешанные чувства. Тем не менее, банда, просто посмотрите, это реально полностью зеленое зелье. Просто гляньте. О, господи, посмотрите, оно реально полностью зеленое. Вы это видите? О, черт, на руке потом остается даже след. Господи, это просто жесть, банда. Окей, Настя, ну что, давай понюхай это зелье. Как тебе оно? В смысле, фу, оно же неплохо пахнет. Не знаю, мне невкусно оно пахнет. Господи, не может быть! Мы с тобой чувствуем разные запахи этого зелья! Это просто жесть! Окей, Настя, тем не менее, это зелье твое! Ты сегодня должна его выпить! И, возможно, Настя, именно ты сегодня превратишься в русалку! Ты в это веришь? Да! Черт, это просто жесть, банда, посмотрите! Настя реально пьет это зелье! Господи, вы только гляньте! Она реально его пьет! Черт! Окей, Настя, ну что, как там? Это просто жесть, банда! Настя реально выпила зелье русалки! Ну как оно на вкус? Ну, такое себе, как и на запах! А, черт, получается, мне бы это зелье было довольно такое сладкое. И, банда, знаете что, если на этом видео будет 15 тысяч лайков, то я тоже выпью зелье русалки в новом видео. Думаю, банда, это будет интересно, и поэтому банда, допускайся ниже смысла царский лайк. 15 тысяч лайков, банда, и я пью зелье русалки. Окей, Настя, ну что, уже прошло 5 минут, как твое самочувствие? Да ладно, зелье уже начинает действовать, супрем банда, это просто жесть. Окей, что теперь, Настя, что-то может подать тебе, нет? Эй, ты что, только не вздумай падать, Настя. Эй, нет, только не падай. Эй, Настя, нет. Черт, да, сейчас воды, господи! О, черт, банда, вы это видели, Настя реально начала превращаться в русалку! Окей, супрем, банда, вы это видели, да просто жесть! Настя реально начала задыхаться, надеюсь, не хватит этой воды! Потому что, банда, как мы знаем, русалки просто не могут жить без воды! А тем более, Настя даже превращается в русалку, господи! Мне кажется, что это будет совершенно мало воды, ну блин, о, черт, Настя! Настя, что с тобой? О, господи, банда, вы это видите? Что с ногами Насти? Они начали срастаться, супрем, банда, вы это видите, господи! У нас начинает появляться хвост! О, черт, Настя, эй, ты как? О, черт, Настя! Настя, эй, очнись! У Насти просто начали срастаться ноги. Это реально жестко выглядит. О, черт, эй, Настя! Настя, очнись! О, господи, ну уже давай, черт! О, черт, Настя! Эй, реально не хватает воды, банда! О, господи, вот вода! Черт, очнись же, пожалуйста! О, Настя, вот вода, если что, держи воду! О, господи, ты просто жесть, супрем, банда! Настя, эй, ты как? Ты видишь, это тебе просто начинает срастаться ноги, Настя! Господи! Это просто жесть, да я сам в шоке, Настя, это реально жестко выглядит! О, господи, Настя, ты как? Настя, конечно, от того, что срастаются ноги, никому хорошо не будет. Банда, вы это видите? Настя реально начинает превращаться в русалку, подумай только в это. Банда, это реально жесть, я просто не знаю, что делать. Нужно было сначала перед тем, как снимать это видео, прочитать немного про русалок. Потому что я вообще без понятия, кто такие русалки, что они делают. Господи, эй! О, черт, Настя, эй, ты как? О, господи, Настя, у тебя появляется на шее зябра. Ты дышишь носом или шеей? Я очень сама
ничего не понимаю, Селин. О, господи, это просто жесть. Я реально без понятия, что уже делать. Я просто не знаю, честно вам говорю. О, господи, Настя, я не знаю, как ты терпела, когда я пил зелье из Даркнета. Это же реально жесть. Я просто жестко сейчас за тебя волнуюсь. Я не знаю, что делать, Настя, прости. Настя, что ты делаешь, господи? Это просто жесть. Давай тебя отнесу в ванну, у нас тебе станет легче. О, господи, как тебя взять, я просто не знаю, черт! О, господи, Настя, я уже здесь и иду! Черт, давай, берись! О, господи, это просто жесть! Я взял все, несу в ванну! О, черт, это просто жесть, супербанда! О, господи! Господи, это просто жесть, вы не поверите, банда! Это реально жесть, то, что я только что видел, господи! Черт, быстрее идем туда, суприм банда! О, черт, банда, вы не поверите, но Настя, кажется, начинает превращаться в русалку! Это просто жесть, банда, я положил в ванную, господи! Я реально видел, она начала превращаться в русалку! Я просто в шоке, суприм банда, эй! Эй, Настя, ты там? Да. О, господи, Настя, это реально ты? Да, Сережа, иди сюда. Куда? Сюда, ко мне. О, черт, ты как там, Настя? Хорошо, о, господи, откуда у тебя появился мейкап, Настя? Черт, это просто жесть, Настя, я прям не верю в это. Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо. О, черт, это реально жесть, панда. Мне прям это не верится, прям панда, вы это видите? Настя реально начала превращаться в русалку. О, нет, откуда появился мейкап, Настя, что с тобой? Все хорошо, Сереж. Точно? О, господи, панда, это просто жесть, вы это видели? Настя реально... Сережа. Что, да, я тебя слушаю. Пожалуйста, включи воды. Ты думаешь? А, так и есть, ты же начинаешь превращаться в русалку. Окей, сейчас я включаю воду. О, черт, панда, вы это видели? У Насти хвост. Господи, вы это видите, банда, это просто жесть! Настя сказала, что все нормально! Да все хорошо! О, господи, окей, я включаю воду! О, нет, там реально хвост, супер, банда! Господи, я не могу поверить в это, Настя! Ты реально превращаешься в русалку! Да! О, черт, ты такая довольная почему-то! Еще минуту назад ты была вообще недовольна, ты задыхала! А сейчас ты такая довольная, Настя, что происходит? О, черт, это просто жесть! Ну что, Настя, как вода? Хорошая, спасибо! О, черт, может тебе что-то принести, чтобы легче было? Я не знаю просто, что обычно делают русалки! Нет, спасибо! Черт! А, черт, я не знаю, сделай панда, ты реально стрёмно выглядит! А, черт, что? Господи, панда, Настя реально превращается в русалку! Господи, вы это видите, панда? Это же реально носит хвост! О, она реально поет, панда! Она реально превращается в русалку, она трогает волосы, как русалка! Черт! Просто посмотрите на это реально жесть, панда! О, черт, панда, окей, на часах уже 3:33. Похоже, уже половина времени прошла. Осталось всего лишь ничего, 28 минут, и все, она себя превращается назад. Черт побери, банда, она реально превращается в русалку. И то, что превращается, она уже самая настоящая русалка, банда. Похоже, зелье на самом деле рабочее, черт. Мне прям это сегодня по себе, это зелье, ну реально страшное. Но пока что еще ничего плохого не происходило, кроме того, что у Насти вырос хвост. Вместо ее ног, черт. Окей, но тем не менее, Настя все еще в той комнате, в той ванной лежит. Эй, Настя, ты здесь? Окей, как ты себя чувствуешь? Хорошо. О, господи, с тобой точно все нормально? Да. Окей, банда, пока что она еще никак не поменялась на лице. Надеюсь, все так же нормально, как и было. Сережа. А, да, что? Ты не хочешь ко мне присоединиться? Нет, спасибо. Я не очень люблю русалок, прости меня, пожалуйста. Почему? Не знаю. Черт, банда, вы это видите, слышите? Она реально меня зовут к себе, черт. Я слышал раньше, что русалки к себе призывают в озеро, чтобы утопить моряков. О, господи, здесь не та ситуация. Да. Я тебе не нравлюсь. Прости, пожалуйста. А, черт, что происходит, банда? О, черт, здесь светился, банда. Это просто жесть. А, Настя, успокойся, я приду к тебе. Где фонарь, банда, вы видите? А, черт, вот он. Эй, Настя. О, господи, Настя, ты там как? Я хорошо. О, господи, окей. А, черт, это видите, супербанда. У Насти здесь реально хвост, господи. О, господи, это просто жесть, супербанда, вы это видели? Настя, ты как? Господи, Настя, ты реально превращаешься в русалку. У тебя здесь реально русалищий хвост. Это ненормально, Настя. Ты что, ты будешь со мной? Нет, прости, пожалуйста. Я не хочу быть с тобой. Черт возьми, банда. Она реально превращается в русалку. У нее реально настоящий хвост. Черт, что она делает? Она меня призывает, супербанда, вы это видите? О, господи. О, черт, нет. Я не хочу поддаваться этому, банда. Я реально как будто хочу к ней подойти. Нет, банда. Нет, стой. Я ничего не делаю. Ноги сами меня ведут, банда. Нет, пожалуйста, перестань. Это не смешно. Настя, перестань. О, господи, нет, Настя, пожалуйста. А, нет, рука, черт. Нет, отпусти меня, Настя. Это не смешно, господи. А, черт. О, господи, это просто жесть, супербанда. О, господи, Настя, успокойся, черт. Нет, я не приду. Отстань от меня, русалка. Ты страшная русалка, прости, я не хочу быть с тобой! Черт! Господи, я не хочу с тобой быть, ты страшная русалка! О, черт, банда! Свет включился! Ты, может, ты перестанешь уже наконец-то кричать! А может, ты будешь со мной? Нет, прости, пожалуйста! Меня не вдохновляют русалки, ты мне не очень нравишься! Вернись, Настя, я знаю, ты меня слышишь! Вернись!
Окей, банда, это уже не смешно, на часах уже 3:53, почти уже все закончилось. Осталось всего лишь 7 минут, банда, да эти 7 минут так долго тянутся. Я просто считаю каждую секунду, банда, мне реально стрёмно. То, как она кричала и просто ломалась техника, то, как мигал свет. Это все было реально ужасно, Supreme банда, господи. Тем не менее, банда, я все же хочу опять не пойти посмотреть, что она там. Потому что мне реально интересно увидеть ее, банда. Хотя бы напоследок увидеть ее русалкой. Окей, банда, здесь вы готовы, потому что я не очень, мне реально стрёмно. О, господи, она где-то здесь. Привет. Привет. О, господи, поскорее бы ты уже превратилась назад, Настя. Ты сказал? Ничего, ничего, прости. Отнеси меня в речку. Что, в смысле, в какую еще речку? Я хочу плыть с другими русалками. Черт, ты поднимайся так сильно, мне страшно. Я не могу тебе найти других русалок. Что, если ты вообще единственная во всем мире? Нет, есть русалки. Ты так в этом уверена? Да. Господи, мне в это не верится. Да как я тебе могу отнести в озеро, ты в это понимаешь? Я просто даже не знаю, где оно. Пожалуйста, отнеси меня в озеро, куда-нибудь, я уплыву. Я не могу тебя отпустить, ты подруга моя, Настя, как я тебя отпущу? О, господи, Бонд, я уже не знаю, что делать, это просто жесть. Настя, реально все еще... Что? Что происходит? Настя, эй! Что такое? Что? Почему она вздыхается? О, господи! О, черт, ей реально мало воды, супербанда! Вы это видите, банда, она говорила правду, ей реально мало воды! О, господи, обливайся сильнее, черт! Что происходит? Не знаю, давайте я помогу, вот! Только, пожалуйста, выживи, выживи, еще 5 минут осталось! О, господи, это просто жесть, супербанда, вы это видите, Настя, живы! О, господи, банда, ты реально стрёмно выглядит, она реально задыхается! Господи, банда, я не знаю, что делать, хоть бы она выжила эти 5 минут, что? Я не знаю, что делать, банда, о, господи! Что вообще происходит, черт! О, посмотрите, банда, она начинает плескаться, так как и рыба! О, господи, она начинает плескаться своим хвостом! О, господи, это просто жесть, Настя, терпи! Сколько там еще? О, господи, 3:59, банда! Осталась всего лишь минута! Настя, пожалуйста, терпи, я тебя прошу, терпи! Это просто жесть, Настя, эй, ты там как? Терпи, пожалуйста, тебя прошу, терпи! О, господи, банда, это просто жесть, она реально уже начала превращаться назад или что? Почему она затекла? Настя, о, господи, вы это видите, банда? Это Настя, не ноги. Хотя я очень сильно надеюсь, что это ее ноги. Эй, Настя, ты там как? О, черт! Настя, ты жива? О, господи, да просто жесть, супербанда! Ее ноги, они превратились назад, она опять в своих шортах! О, господи, эй, Настя! Настя, очнись! О, господи, да просто жесть, ты жива? О, черт, ты не поверишь, Настя, ты была русалка! Это просто жесть! Это реально жестко выглядело, Настя! Я тебе сейчас все покажу, ты будешь в шоке! Это реально страшно выглядело, Настя! У тебя вместо ног был хвост, ты не поверишь в это! Вставай, скорее, помогу, давай! О, господи, Настя, как ты себя чувствуешь? Это просто жесть, я верю тебе. Ты просто была русалка, мне прям это не верится. У тебя реально вместо твоих ног был хвост. Это реально стрёмно выглядело, Настя. А еще поначалу тебе вообще ноги начали срастаться. Это реально стрёмно выглядело. Окей, банда, я рад, что все наконец-то закончилось. Я просто не знаю, как ты терпишь, когда я пью зелье. Дайте, что банда под комменты из прошлого видео. Господи, какие они шикарные. Просто лишь комментарии и просто, а что? Если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже, нажать свой лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже в моем следующем видео. Вот такой вот просто ко мне видео. Лайк, колокол, комменты, уже в моем новом видео, банди. Как видишь, ребята, супербанды попали, ты сможешь. Оставайся такими шикарным, пока!